Красносельский сегодня был с инспекцией в Григориополе. Проверил, как идет стройка на грибной базе. Еще заехал в детский сад «Золотой петушок». Подробности в сюжете. Григориополь, школа гребли, президент с проверкой. Все наши спортсмены. Стройка за счет капвложений. Уже готов новый эллинг для лодок. Здесь больше 40 байдарок и каноэ. Есть место и для катера. Его в марте подарил президент. Школа гребли в Григориополе с 1985-го. Сейчас здесь занимаются 35 детей. Тренировки в аварийном здании. Крыша течет, отопления и воды нет. Окна старые, заклеили пленкой, чтобы не дуло. Профессионального спортинвентаря нет. Скоро все будет иначе. Построят новый корпус, раздевалки, душевые, тренажерный зал. Для гребцов и новый пирс. Но есть проблема. Днестр мелкий. Лодки садятся на мель. Тренеры все обсуждают с президентом. Просят углубить берег. Попробовать можно сделать, выразить котлован, даже плитами там укрепить, там приятно поставить плиты, чтобы не обваливалось, да, и сделать как бы выход туда. Конечно, и здесь и катер станет нормально, и спуск на воду будет удобный. Тренеры говорят, после ремонта в школе гребли будет еще больше спортсменов. В секции начнут принимать и девушек. Заехал президент и в детский сад «Золотой петушок». Здесь больше 200 воспитанников. За счет фонда капвложений вот плитку уложили в этом году, там завершаем осталось там. Вместо старого асфальта плитка. Дети бегают и теперь не разбивают колени. Крыша, водопровод и канализация в порядке. Старая система отопления, полы и окна. Деньги на ремонт выделят из местного бюджета, сказал мэр Григориополя.